Но, безусловно, у нас есть широкая цель, которая заявлена в положении. Это воспитание правовой культуры, да, молодежи. Но мы все-таки стараемся просто прививать интерес к нормам закона, но и при всем при этом не забывать о том, что у каждого есть огромное множество обязанностей. То есть вот этот баланс прав и обязанностей юных правоведов – это самое важное, что мы можем привить каждому участнику сегодняшней игры.